Всем огромный привет! Сегодня я вам покажу покупки, которые я совершила в пятницу, мне кажется. Да, влоговое видео, кто смотрел, я вам там упомянула, что отдельное видео о покупках будет. Их, по идее, не совсем и много, но и не совсем и мало, наверное. Давайте приступим. Самого не совсем, может быть, интересного, возможно, для кого-то, я купила себе вот такие вот резиночки. В магазине Müller стоили они каждая 1 евро 99 центов. Вот. Беленькие взяла и вот такие вот коричневые. Просто я иногда люблю делать вот такие вот два пучка, можно сказать. И мне нужны вот такие вот резинки, чтобы они одинаковые были. Посмотрим, какие окажутся по качеству. Следующее, что я купила в ТК Макс, помните, я вам показала от Saint-Tropez бронзатор. Но я его не стала покупать, подумала, возможно, я найду что-то подешевле от Saint-Tropez, но, к сожалению, Saint-Tropez нигде не продается. И в Müller заходила, и в DM заходила, и в Douglas заходила. Там нет марки Saint-Tropez, а представлена только Saint Moritz. И стоит это в два раза дешевле. И мне кажется, вот тот набор, там просто был сам бронзатор от Saint-Tropez, и также вот эта вот варежка, чтобы наносить этот бронзатор из этого, я думаю, чуть-чуть подороже стоит этот продукт, плюс он по аромату должен как арбузиком пахнуть. Вот, я не купила, подумала, ну, чуть-чуть подешевле можно, возможно, найти. И вот Saint Moritz за 7 евро 95 центов я купила. Здесь объем такой же 200 мл. Посмотрим, каким окажется. Взяла самый темный оттенок. Пока еще, как можете видеть, не наносила. Я думаю, что только на следующей неделе. Вот на этой неделе прям такого желания нет. Ну а теперь перейдем к самой интересной части. Это декоративные продукты. Я себе купила, зашла в магазин Rossmann, и была акция 20% скидка на весь мейкап Revolution коллекцию. На все продукты, короче, была 20% скидка. И первое, что я себе приобрела, это вот такой вот хайлайтер. У меня оттенок называется With Quartz, ага, Strobe Champagne with Quartz, типа Rose Quartz, наверное, не Rose Quartz, Ванила Quartz от Becca. Сейчас я, он вот так вот выдвигается, оттенок вам сейчас покажу. Не знаю, в последнее время меня очень потянуло на хайлайтеры, давайте, наверное, издалека лучше. Смотрите, какое красивое свечение дает. Эти продукты сегодня у меня находятся на лице, и тестировала я их на камеру, поэтому вы обязательно это видео увидите в ближайшее будущее. Следующее, вот такой вот хайлайтер от iHeart Revolution в виде арбузика. Я на него уже, знаете, сколько раз смотрела? Раз, не знаю, 100 раз смотрела, 100 раз свочила. Ну, утрирую, конечно же. Посмотрите, какая классная упаковочка в виде арбузика. И здесь два оттенка. Конечно, вот этот вот цвет я не буду использовать как хайлайтер, а вот этот вот розовенький, он потрясающей красоты. Просто потрясающей красоты, посмотрите. Что-то меня на хайлайтеры потянуло. В основном меня тянет прям вот на такие жидкие хайлайтеры. Не знаю, с чем это связано. Я не... как бы... А, вот, немножко можно, наверное, показать вам оттенки. Освещение слишком то ли яркое, не пойму. Вот такие два оттенка хайлайтера здесь. Отзывы вы услышите в том видео на эти продукты, поэтому сейчас ничего не буду говорить, спойлить вам, да? И следующее, что я купила, это мой один из самых любимых бронзеров от Essence, девочки. Взяла я уже следующую упаковку, но решила попробовать для более темной кожи. Потому что в последнее время почему-то я наношу вот этот бронзер, который у меня в Project сейчас находится, для Lighter Skin написано, для более светлой кожи. И он как будто бы, его не особо видно, поэтому я решила взять вот этот вот бронзер. Пахнет так же кокосиком, обожаю. И, наконец-то, спрессовка у этого конкретно бронзера классная. То есть очень хорошо набирается, не твердый рефил. Смотрите, какой красивый оттенок. Вот я свочи сделала на стенде от Essence. Просвочила этот оттенок и просвочила более светлый. И мне почему-то показалось, что этот оттенок мне еще лучше должен подойти. Посмотрим, посмотрим.
Ой, какой же он приятный. И сейчас, видите, оформление немножко другое. Волны какие-то. Постоянно меняется у них вот это вот оформление самого рефила. Так, 02 Санни называется этот оттенок. Ну, там всего два оттенка, поэтому не ошибетесь. Это у меня для более темной кожи. 15 грамм продукта. Это у меня уже третий по ряду бронзер от Essence. Именно конкретно вот эта линейка, да, которая называется Sun Club Matte Bronzing Powder. Третья упаковка, 15 грамм бронзера. Ну, я такой бронзер наношу везде, вы знаете, и шею бронзирую, когда у меня шея с лицом не совпадает, поэтому так что так. Люблю этот бронзер, из-за этого я его решила снова купить. И следующие покупки — это мои первые средства от Benefit. Девочки, первые средства от Benefit. Первое, решила попробовать знаменитый карандаш для бровей, который тоже находится на мне сегодня. Вот, и взяла я оттенок 3 Warm Light Brown называется. Мне кажется, это идеальный просто цвет для моего оттенка бровей. По крайней мере, мне так кажется, не знаю, как на камеру. Но в жизни прям реально говорю, что отлично. Вот такая вот упаковка. И цвет. Возможно, я сейчас рисовать не буду. Хотя, давайте, почему бы и нет. Просто вы видите этот оттенок на бровях, поэтому вот такой вот оттенок. Почему-то в камеру смотрю, и ощущение, как будто он краснеет или рыжит, что ли. Но нет, девочки, нет, нет, нет. Ни красноты, ни рыжины нет в этом цвете. Это реально такой тепло-коричневый, немножко серым по тонам, наверное, сказала бы, карандаш для бровей. Классный. Классный. Именно по оттенку классный. Посмотрим, как будет по стойкости, потому что я слышала отзывы, что классная стойкость у этого карандаша для бровей. И, кстати, этот карандаш для бровей просто обожает Jaclyn Hill. Так, и последнее, что я купила от Benefit, тоже знаменитый бронзер Hoola. Миниатюрку взяла. Сказала или нет, с 20% скидкой все я это покупала. Вот такой вот оттенок. Про него я вам рассказала, когда создавала макияж лица. Поэтому слышите мои первые такие впечатления. Девочки, я, наверное, не смогу показать вам оттенок, к сожалению. Но вот так вот просто можете увидеть. Вот такой вот. Такая миниатюрка классная. Здесь 2,5 грамма всего лишь. Да, это все, что я купила. По идее, это все мои покупки, которые я совершила в пятницу. И мне положили от Marc Jacobs Perfect. Я знаю, что это классный парфюм. Давайте я его... Ну, то есть в подарок мне дали при покупке в магазине Douglas. Ой, классный аромат. Ну, такой легкий. Я его, мне кажется, тестировала в магазине. Очень легкий парфюм. Цветочный, больше цветочный, я думаю. Ну все, девочки, это были все мои покупки за пятницу. На этом буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих. Пока-пока.